Здравствуйте. С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нежалова. Развитием двух национальных поселков Ненецкого округа – Нельминовоноса и Бугрино – займется специально созданная рабочая группа. Такое решение озвучил глава региона Игорь Кошин в ходе рабочей поездки в Нельминос. В состав группы войдут представители муниципальной власти Заполярного района, исполнительной и законодательной ветвей власти Ненецкого округа. Им необходимо будет собрать предложения жителей, непосредственно проживающих в поселениях, и представить их уже в июне на Высшем совете, чтобы предусмотреть необходимое финансирование в бюджете 2018 года. Из Нельминовоноса репортаж Марии Владимировой. В поселке Нельминос проживает более 700 жителей. 95 из них посещают школу, более 70 – детский сад. И с каждым годом рождаемость здесь только увеличивается. Поэтому главной проблемой жители национального поселка называют отсутствие современной школы и детского сада. Физминутка в перерыве между рисованием. Ученики первого класса школы поселка Нельминос на уроке ИЗО сегодня рисуют машины. Яркие и красочные, как мечты. Мечты о новой школе. Солидарны с ними и педагоги. Если смотреть на будущее по рождаемости, то желательно, конечно, бы иметь более школу и классы, чтобы были просторные. Ну, хотя, конечно, бы иметь и отдельные бы компьютерные классы, чтобы детишки могли заниматься. Каждый сам. В школе хорошо? Да. Тепло? Да. Тепло и хорошо только в начальной школе, в одном из двух строений, где сейчас идет образовательный процесс. Здание старшей школы холодов не выдерживает. Это здание начальной школы, оно после капитального ремонта в 2007 году было сделано. Здесь достаточно тепло. Вот старшее здание у нас страдает, оно у нас на ветрах. Обучение в школе поселка Нельминос проходит 95 детей. 42 из них в начальной школе, 53 в старшей. Здесь 100% обеспеченность педагогами. Занятия проходят в соответствии со школьной программой. Я главная за главное. Я хочу, чтобы впереди стояла я. Не хочу стоять в льду. Быть хочу я на виду. Ребятишки очень интересные, активные, старательные, хорошо работают на уроках. Каждый в меру своих возможностей, сил, но активные ребята. В этом году начальная школа пополнится новыми учениками. Они придут из детского сада. Сейчас дошкольное учреждение, которое посещает 77 детишек, так же, как и школа, располагается в двух зданиях. Но помимо помещений, отмечает заведующая, садику необходим и развивающий материал. Трудности, вот правильно заметили, как бы и с игрушками, и с помещениями, с нехваткой помещений, маленькие помещения. После 3 лет дети у нас все ходят в детский сад. Очередь сейчас есть, 21 человек составляет. Решить проблему нехватки площадей как для садика, так и для школы можно только одним способом – строительством нового объекта, который бы объединил в себе оба образовательных учреждения. Я вообще считаю, что это рациональная схема для сельской местности, когда школа и сад находятся в одном здании, имеют одно юридическое лицо. Это правильно, это и дети с самого маленького возраста начинают привыкать к школе. И я считаю, что нецелесообразно строить два разных здания в одном населенном пункте. Насколько учеников будет рассчитана школа, пока неизвестно. Ориентировочно на 150-170 мест. Главное, что принято решение – объекту быть. Мы договорились о том, что сейчас мы с нашими строителями проработаем вопрос возможности строительства школы, но школу будем сразу изначально совмещать с детским садом, чтобы это все было в одних зданиях, чтобы была возможность и содержать, и эксплуатировать, ну, как бы совместные еще помещения, ну, где на это будет там позволено Роспотребнадзором, что же есть определенный вопрос. Непростой поселок, очень тяжелые здесь грунты, поэтому строители здесь традиционно мучаются, но мы надеемся, что проблему со школой мы все-таки решим. Вот для этого сейчас я там с понедельника буду собирать наших строителей, и я пообещал жителям, что в течение 3 недель я им дам полный ответ, когда мы сможем приступить и когда мы всю эту историю сможем закончить. Потому что стройки ради строек нам тоже не хочется. Вы знаете, у нас есть еще одна наболевшая проблема округа, когда мы делаем гигантские проекты, они были начаты, к сожалению, нет возможности их закончить, нам это не нужно. Мы должны построить и сдать в эксплуатацию только востребованные объекты. Среди объектов, которые будут востребованы, в Нельминовоносе и Дом культуры, и этнокультурный центр, и библиотека. Последняя сейчас располагается в здании бывшей амбулатории. В том году у нас было зарегистрировано как бы 477 человек, хотя у нас фактически проживает 700 человек.
ну, с небольшим жителей. И поэтому я считаю, что неплохо для библиотеки. Не бывает такого дня, что в библиотеке не было вообще никого. Если только совсем погода плохая. Сами видели, как у нас тут добираться, какие у нас сугробы. Свое здание библиотека получила в 2015 году. До этого книгохранилище ютилось в приспособленных помещениях, в том числе и подвальных. Теперь из проблем осталась протекающая крыша на веранде до отсутствия периодических изданий про охоту и спорт. А спорт в Нельмином Носе любят. Ольга Талеева, боксер со стажем, тренируется в здании нового ФОКа. Сейчас оттачивать мастерство будет при помощи новой груши, подаренной физкультурному комплексу. Женский пол, не слабый пол, а слабый пол – это гнилые доски. ФОК национального поселка – это не только спортивный объект, но и единственное место, где проходят массовые мероприятия. На встрече с главой региона Игорем Кошиным жители поселка задают наболевшие вопросы. Один из них – высокий уровень безработицы. Сейчас в национальном поселке 25 официально зарегистрированных безработных. Заниматься населением, например, разводить скота, не все люди желают. Во-первых, это хлопотно, да? Надо в 5 утра вставать, 4 утра вставать, потом заготавливать корма. Это в летний период. У нас ранее скот был при колхозе, было 400 голов. Но проблема будет в том, что пастбище находится на втором берегу. Ну и население надо подстрекать все равно, чтобы открывали индивидуальные предпринимательства по рыболовству, по сбору дикоросов. А также надо работу проводить, чтобы кто-то хоть завел себе коров. Будем работать в этом направлении обязательно. Волнует жителей Нельминого Носа и то, когда в поселке появится газ, и вопросы любительского рыболовства и строительства жилья. Разговор был абсолютно честный. И когда мы говорим, что то, что мы хотим сделать в первую очередь, мы это будем делать. И мы не хотели бы давать пустых обещаний. То, что касается, конечно, есть большие проблемы вот газификации села. Хотя мы взяли на проработку эти вопросы, но они гораздо носят более серьезный и сложный и финансово емкий характер. И поэтому, конечно, мне сейчас кажется, надо выстроить приоритеты и потом поэтапно решать проблемы по мере, как сказать, их значимости. Впрочем, развитие поселка зависит и от самих жителей. Для этого им необходимо будет внести реальные предложения, каким они хотят видеть свое поселение и какие рабочие места будут востребованы в национальном поселке, в специально созданную рабочую группу. Эта же группа займется и проблемами поселка Бугрино. Все поступившие предложения будут рассмотрены на Высшем совете в июне текущего года. Мы договорились с жителем, что от них поступит предложение по решению вопросов, связанных с безработицей. Мне понравилось, что жители очень активны и искренне переживают за свой поселок, а самое важное, переживают за будущее своих детей. Очень хочется школу, очень хочется новый дом культуры. У нас нету ЭКЦ. И, конечно, если нет ЭКЦ, то и культура у нас падает. Если будет у нас ЭКЦ, будет новая школа, то и, конечно, и будет у нас поселок жить, процветать будет дальше. Мария Владимирова, Александр Дуркин, телеканал «Север», Нельмин-Носа.